В концертном зале «Дружба» царит аншлаг. Все билеты на концерт Севары в буквальном смысле слова смели из касс еще задолго до ее выступления. Эта исполнительница запомнилась большинству по участию в проекте «Голос». И хотя она не стала победительницей, все равно полюбилась многим меломанам. Я только там, где звук дрожит у губ желанной пристани, и где глаза твои стрижи, глаза твои стрижи скользят по небу пристально. Программа сегодня будет достаточно насыщенная, и вообще это первый раз, конечно. Поэтому я так назвала сегодняшний концерт, как бы такой творческий вечер, наверное, больше. Вот, будут практически все авторские песни, какие-то композиции с проекта «Голос». Статус начинающей звезды как-то не вяжется с именем этой певицы. Севара уже успела стать сверхпопулярной у себя на родине в Узбекистане. 9 лет назад она выиграла престижную мировую премию BBS World Music Awards. Сейчас она сотрудничает с продюсерским центром легендарного Питера Гэбриэла и записывает новый альбом в Англии. Экспериментирует со звуком, пытаясь сплести воедино модные тенденции и этнику. К счастью для меня, альбом свелся на великолепные там студии Бироу, которые, в общем-то, очень случайно возникли, им просто понравился этот материал, они сказали, интересно, это вообще какое-то некоммерческое дело, нам интересно, мы хотим это сходить. И вот мы по сей день дружим, и слава богу, потому что новые различные материалы, разные в смысле, обсуждаются, конечно, в первую очередь с такими гигантами, с такими мозгами. Первое отделение концерта было отведено более ранним песням, пропитанным духом европейского поп-рока, а также кавер-версиям. Особо ждали зрители песню «Жетем» Лары Фабиан, которую, по признанию многих, очень удачно перепела Севара. Затем были те самые авторские обработки и вариации на тему этнических композиций. Можно как угодно относиться к художественной передаче и аранжировкам. Они-то в первую очередь продиктованы модными тенденциями времени. Главное в конечном итоге – это признание таланта исполнителя, а он у Севары, безусловно, есть. Игорь Мерчук, Виталий Угримов, Иван Самошенков. События. Брянск.